Доброе утро, друзья! Прекрасное солнечное утро. Последних 8 дней зимы, и зима нам показывает, какая она бывает. Сегодня на градуснике минус 18, зима в разгаре. Ну, недолго ей осталось. Солнышко поднимает, и скоро с крыш начнет капать. На дорогах гололед, поэтому аккуратно, кто в дороге. Солнышко поднимается, везде изморозь, потому что минус 18. Все-таки зима последние дни показывает нам, какая она в этом году, прекрасная зима. У природы нет плохой погоды. Это вдалеке тополь, тополь весь в изморозе, минус 18, свежо, настоящая зима. Снег лежит, но солнышко сейчас поднимется, друзья, и мы увидим весеннее настроение. То есть у нас появится весеннее настроение. А пока наблюдаем зиму, снег и катаемся на лыжах. Радуемся последним зимним дням. Сегодня, друзья, 20 февраля 2021 года. Прекрасный снег, прекрасная зима. Скоро весна. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. До новых встреч в эфире.